Аппроксимация статистической выборки на золотую медаль. Так, сразу разделим на красный и синий. Так, делись синий-красный. Далее отделим здесь синий от зеленого. Зеленый нам не нужен, пойдет в корзину. Синий пойдет на выход. А внизу мы возьмем изолирующий лес и отделим все красные круги. А красные треугольники, оставшиеся, пойдут в корзину. Так, смотрим, что получилось. Есть золотая медаль.